Давай. Привет, привет! Вы на канале Игры с куклами. И сегодня мы вышли погулять на улице. И наши куколки покатаются на качельках. Мы решили прогуляться. Вот и наша фея, которую мы вам вчера показывали. А вот наши две новые куколки, которые мы только что распаковывали. Это кто у нас? Рапунцель и Белоснежка. А вот и наша фея. А хотите, мы покажем, что же наша фея может говорить? Давайте мы покажем вам. Сейчас вы услышите, так как мы ее открывали первый раз и не показали, что же она говорит. А ну, давайте услышим, очень интересно. Я только... Нажимай, а-а-а. Нажимай, просто нажимай, все, оно включится. Садись. Так, что же дальше она еще говорит? Давайте мы еще раз включим. Мы с тобой, как принцессы, и красивые, и умные. Есть у нас свои секреты. Вспомним мы сейчас о них. Чтобы милой быть всегда, чтобы вежливой быть, есть волшебные слова. Почему не катаются наши фея, лялечки? Покатай их тоже. И еще, что же она еще говорит? Давайте. Она может спеть. А ну, послушайте. И катаемся. Катаются наши девочки? Давай покатаем их. Куколки наши. Вот какая красивая песенка, которую поет наша принцесса Фея. Классно. А ну, что она еще скажет? Она все уже сказала? Давай, услышим, что же она еще нам скажет. Мне очень понравилось играть с тобой. Спасибо. До свидания. Вот какая красивая наша фея. И как красиво она поет, и как красиво стишки рассказывает. И песенка ее о том, что нужно говорить вежливые слова. Здравствуй, доброе утро. Волшебные. Эти слова называются волшебными словами. Очень приятно людям, когда к ним приветливо говорят, здороваются, прощаются. Эти слова нужно обязательно всем деткам говорить. Волшебные слова. Здравствуй, добрый день, до свидания, спокойной ночи. Какие еще мы знаем слова волшебные? Добрый день. Так. Доброе утро. Доброе утро. Хорошо. А сейчас мы с нашими куколками пойдем еще посмотрим. Нет ли у нас там еще подснежничков? Пойдем. Вот наши подснежники. Красивые. Вот, смотрите. Фея пришла посмотреть, нет ли подснежничков. И вот они, первые подснежнички. Один подснежник уже, наверное... Вот один уже почти расцветает, уже здесь видно. Да. Их поближе посмотрите. А вот еще есть у нас, но они только-только пробиваются с земли. Их совсем очень плохо еще видно. Но скоро они больше распустятся. Сейчас я покажу вам поближе. Тут подснежничек, который уже почти... хочет расцветать. Вот он. Он больше всех уже беленький такой. Эти еще такие закрытые. А он уже скоро уже будет расцветать. Вот подснежничек этот. Тебе нравятся, фея, наши подснежнички? Да, очень нравится. Рапунцель, иди посмотри на подснежники. Где же наша Рапунцель и Белоснежка? Ой, бежу, бежу. Шапочка опала. Сейчас мы поднимем. Подождите, мне удобно? Пока-пока. До скорой встречи. Ставьте лайки. И подписывайтесь на наш канал. Пока-пока. Пока-пока.